Мне очень сложно, потому что я вообще не футуролог, ни капельки, да. И я вижу мегатренды, которые происходят, что люди все больше и больше уходят в интернет, вот, что общение становится более искусственным, чем настоящим. Но мне кажется, что будущее не за этим, не за IT-средой, не за виртуальной реальностью, а будущее все-таки все равно за классическими, человеческими, нормальными отношениями. Мне хочется, чтобы каждая страна, вот, по крайней мере, бывшего постсоветского пространства, я очень люблю всех наших бывших граждан, так скажем, и все национальности уважаю, чтобы она была приближена к стране первого мира. Вот, для этого нужно много работать каждому человеку на местах. Не власти там что-то решать, а вот быть профессионалом на своем участке. Это же круто, если, представьте себе, каждый человек начнет честно делать свои дела. Студенты честно начнут учиться в вузах, врачи начнут честно лечить, вот, отрывая и тратя себя в куски своего сердца. Ну, врачи многие так и делают, но не все, видите. Учителя будут не только за ЕГЭ бороться и за зарплату свою, но и за то, чтобы их ученики действительно стали настоящими людьми по жизни. Руководители учились бы постоянно созидать и выращивать у себя людей, и делать так, чтобы люди чего-то хотели в этой жизни и питались. Продавцы, которые бы не впаривали, вот, а хотели бы улучшить жизнь своих клиентов. Ну вот представьте себе, да? Я считаю, что все равно будущее и самое высококонкурентное, так скажем, в будущем свойством человеческим, характеристикой будет все равно умение налаживать контакт и нормально коммуницировать. Вот мне кажется так. Да, будут роботы, да, будет нормальная виртуальная среда развита, да, будут биткоины, если эти вот, что там с ними, ничего не поделаешь, да, будет глобализация. Если, я надеюсь, мы не будем изолироваться, идти по пути изоляции, все-таки мне не хочется, там железный занавес, да, поэтому я глобально про мир говорю, но при всем при этом ключевым останутся, на мой взгляд, это нормальные человеческие отношения, вот. И мне кажется, что если все будут первыми и делать созидательные богоугодные дела, то наступит эра милосердия, про которую вайнеры писали, и все будет хорошо. Мне хочется, чтобы было так. Так, ни войн, ни конфликтов, ни скандалов. И не, да, не эпоха потребления, да, не эпоха паразитарного образа жизни, а эпоха сильных людей, которые готовы становиться еще сильнее ради будущего следующих поколений. Пусть будет так.